Батальон приглашает Михаила Кубыня 87 килограмма. Семей Павел Кулман Павлова у нас. И Михаил Кубыня Дмитрий Кубыня. В дополнительное время
Спортсмен на середину. Победу по баллу единогласным решением судьи одержал спортсмен синей экипировки. Остановите бой, рефери. Я сказал, уйди отсюда. Продолжай. Хорошо, хорошо, хорошо. Переходи. Еще раз. Еще раз. Зацепи, зацепи. Хорошо. Иди на него, иди. Зацеп сделай, сделай зацеп. Зацеп сделай. Хорошо. Переходи за спину, не торопись, не торопись. Раз, раз. На ковре. Лапаев Лок, Телега Гулманас. Раджаб Кадиев, Мустапа. Дикая дивизия. Готовится. Тургун Улу, Медербек, Айгулманас. Рызи, Беков, Лаламир. Дикая дивизия. Выход красный. Удушающим захватом досрочно победу одерживает красный. На ковер приглашается Тургун Улу, Медербек Айгулманас. За 3 минуты 20 секунд. Разибеков Лаламир, дикая дивизия. Готовится Хабиров, Хизбула, Спарта. Удушающий прием победил Шерха. Пожимай, пожимай его.
Рефери, остановите поединок. Работаем, спортсмены, работаем, подойдите, работаем. Пожалуйста. Это там, работаем. Подойдите, пожалуйста. Радж, нагнулся, нагнулся. Конечно. Победу одержал спортсмен с синей экипировкой. Наши же, что ли?